Ребят, всем привет! С вами снова Дукит, канал World of Games. Сегодня мы поговорим о такой программе, как Snap Camera. Ребят, данная программа создана для эффектов, создания, вернее, эффектов фонов. Вот, но суть сейчас не об этом. Суть в том, что многие столкнулись с такой проблемой, то, что не видит, то есть камеру. Такая вот у нас ошибка, как ее исправить, ребят. Ну, для начала мы с вами... Для начала мы с вами, ребят, заходим. Так, заходим мы с вами, ребят, в Google Meet, регистрируемся. Если вы не зарегистрированы, дальше переходим в видео. И здесь мы, видите, выбираем не Logitech, который у меня, а Snap-камеру. После чего мы, ребят, нам надо будет выйти и заново, ребят, заново зайти, ребят. Заново зайти. И вот, вуаля, она у нас заработала. Один, ребят, еще один момент. Иногда, ребят, если она у вас в программе, может быть такое, что когда вы будете ставить, вот здесь будет видео недоступно. То есть тогда попробуйте сначала выйти, потом поменять настройки на Snap-камеру, и потом, ребят, заново зайти. То есть заново мы заходим. Вуаля, и у нас все, ребят, работает. С данной ошибкой я сам столкнулся. Вот. Единственное, что, опять же, я искал проблему, как ее решить, но, к сожалению, я ее не нашел в видео на YouTube. Пришлось мне там смотреть ролики на иностранном языке и методом тыка. Я, ну, что они там показывают, потому что я английский как бы не очень хорошо знаю, поэтому пришлось как-то самому все это делать. Так, ну, в принципе, здесь... Все вроде интересно, но есть одни нюансы, ребята. Дело в том, что некоторые фоны, ребят, ну, я не знаю, видите, да, тени, вот это вот не совсем доделано. Все равно это не то, как хромаки, потому что хромаки можно все равно его проще настроить, особенно, ну, если с правильно подобранным освещением. А здесь, видите, есть небольшие недочеты. Вот, а в принципе так, программа интересна. Кому это помогло, кому это понравилось, не забываем, ребят, ставить лайки, подписываться на канал. Вот, с вами был Дукит, канал World of Games. Всем, ребят, пока. До новых встреч. Всем, ребят, удачи!